канале Свет 7 у нас обзор на светильник электростандарт, артикул 6068, белого цвета. Светильник имеет врезное отверстие 90 мм, высота встраивания 80 мм и рассчитан на лампу G5.3 12 вольт. Конечно же, в него можно поставить и светодиодную лампу на 220. Цоколь стандартный. Видите, выглядит, как будто он чуть ли не сам вытаскивается. Но на самом деле это просто поворотный элемент. Так, каким образом мы ставим лампу? Мы просто вот так вот сдергиваем поворотный элемент этот, ну, крышку поворотного элемента, и потом обратно ее ставим вместе с лампой. Сняли и поставили. Ну, в общем-то, вот и все. Нехитрый светильник приобретайте на сайте svet7.rf.